мы находимся с вами в Юдеборг 2 или же Юдеборг 2, кому как удобно. Впереди кафе офицерское или русское, знакомые дома. Да, впереди в кадре у нас казарма мотострелкового полка 1321 воинской части 58-639. Это с ваших слов, уважаемые участники группы. И мы намерены, как будет возможность, посетить ее. Я уже там был сейчас, фото сделал. Аккумулятор садится. Попробуем, насколько хватит у нас возможностей, и посетим. Или же хотя бы обозначим свое посещение. Как видите, здесь я через забор спокойно перехожу. Забор чисто символический, только обозначенный. Здесь мы бывали с вами. Видео я размещал, как и фото. Мы хотим сюда зайти. В это здание. Оно было закрыто. Одно время я не мог попасть в него. Крутился у него. И как-то залазил на крышу через какую-то дверь, не помню. Сегодня обошел все этажи, все они примерно одинаковые в своей разрухе. Через эту дверь я вышел. Давайте заглянем и пойдем дальше. Очень темно на первом этаже. На втором, третьем этаже более-менее лучше. Я здесь вышел. А зашел с парадного входа. Впереди наша офицерская столовая. И уже то, что я говорю, я-то сам не могу придумать. И не мог, это с ваших слов. Смотрите, как летом тут все заросшее. Сейчас ничего не видно. Летом тем более. Бывали мы неоднократно и в самой столовой. И там, на том плацу, там, где танк стоял. Да. Мы хотим зайти в это здание. Фотографий довольно много наделал сегодня. Только смотрите и узнавайте. Это какой-то бассейн небольшой декоративный. Или же фонтан. Это следы, это я тут ходил. Снег выпал. Вчера не растаял, хотя дороги уже без снега. Вот мы сюда подходим к этому входу в это здание. Еще раз посмотрим по сторонам. Вот здесь, где это цветные здания, вроде была баня. Это все вроде. Ничего я толком не знаю. Ну, не стесняйтесь прокомментировать мою фотографию или видео. Вот, сейчас мы зайдем сюда. Посмотрим, что из этого получится. Двери тут были открыты. Ну и совсем я помог. То есть я открыл эти двери сильнее. Я посетил сегодня все этажи, включая чердачное помещение, и пошел только в подвальное помещение. И первый этаж, сняты перила, ограждение. Это подъем на второй этаж. Посмотрим влево по коридору и по коридору вправо. Пойдемте в одно помещение. Вот оно помещение. Давайте по-быстрому пройдем вправо. Там есть что-то,
как оружейная комната. Там более-менее что-то можно увидеть. Хотя я знаю интересно все знающим людям. Это без комментариев. Фотографии у меня получились. Вот здесь направо, по этому коридорчику здесь находится справа оружейная комната, как я определил. Темно заложены окна. Там стоят пирамиды для оружия, фамилии. И здесь, по-моему, коптерка. Да, вот коптерка. Так все сделано на всех трех этажах. Абсолютно все одинаково. Даже не знаю, стоит ли дальше идти. Кончается аккумулятор, останавливаю.